Купили мы сегодня вот такие кальмары. Прочитала, что нужно их кинуть в кипящую воду на 2 минуты. У них должен свернуться белок, и я их должна почистить. Я это буду делать первый раз. И хочу что-нибудь из них приготовить. Закинула я кальмары. Вот такие они получаются белые. Вот, почистила я их. Видите, сейчас 2 минутки, и я их вытащу и посмотрим, что с ними дальше будем делать. Вот у меня получился салатик, и немножко я обжарила колечко. Сейчас попробуем, что получилось. Сёма? Сёма? Семён? А мой Семён? Ох и Семён! Спать вперед меня бежит, да? Спать вперед меня бежит на кровать. И вы знаете, ложится на подушку, над головой мне ложится и спит, да? Да, мой котик, да, мой мальчик. Мальчик такой красавчик. Вся мама вон покорябанная. Семён любит корябаться. Что, ты уже спать пошел? Спать уже на кроватку пошел, все? Ты пошел? Вот так. Спать пошел. Ой, типочек маленький.